Аварийная дамба Хаджибейского лимана все еще остается ничейной. Об этом сообщили в службе автомобильных дорог Одесской области. Опровергнув недавнее заявление вице-мэра Михаила Кучука о нахождении сооружения на балансе ведомства. Там без промедления ответили, что на балансе находится только проезжая часть дороги Одесса-Южный, отрезок которой прилегает к дамбе. Участок дороги уже давно нуждается в ремонте из-за проседания постройки. По спасению Хаджибейской дамбы заговорили еще в начале марта. Ухудшение ее состояния связывают с неблагоприятными погодными условиями. Представители власти заявляли о необходимости укрепления тела конструкции и снижения уровня воды в лимане. А губернатор Сергей Гриневецкий даже пообещал мэру выделить 42 миллиона гривен из резервного фонда бюджета на первоочередные работы по укреплению гидротехнического сооружения. Возможный прорыв дамбы может стать катастрофой для организаций, которые расположены на более чем 20 километров от сооружения. В первую очередь могут пострадать Одесская ТЭЦ, железнодорожная ветка, нефтеперерабатывающие предприятия, учебные учреждения и родильный дом. Напомню, лиманная дамба находится в аварийном состоянии с 2003 года. Сейчас служба автомобильных дорог разрабатывает проект нового объездного пути, который также частично пройдет по дамбе Хаджибейского лимана.